обновите полностью вашу спальню. Причем износостойкость у Эколайфа значительно выше, чем у натуральных наполнителей. Он вообще впереди планеты всей. Так, во-первых, никто не живет внутри, значит, не вызывает аллергии. Упругий и мягкий, и еще он дает возможность вам согреваться, при этом не дает тяжести. Посмотрите, какое легкое, но при этом пышная. Вы видите, да, какой пышный. Оль, я беру одеяло. Вещи очень легко. Мне нравится красивая расцветка. С удовольствием возьму одеяло, но потом думаю, а как же за ним ухаживать? Не придется ли мне сейчас я заплачу мало, куплюсь на эту низкую цену, а потом буду переплачивать за химчистку? Надь, какая ты вот продуманная хозяйка. Молодец. Это одеяло легко стирается в стиральной машинке. Отлично. В стиральной машинке. И не вылезет ли вот этот наполнитель? Я очень переживаю. А вот хоть ты и говоришь. Во-первых, здесь у нас простегано одеяло. Вот у нас идет строчка, та, которая как раз показывает нам еще и пышность. Вот она. Ну и кант. Вы видите, что у нас соединены обе половинки ткани, из которых сшито одеяло, еще и кант проходит. Это дополнительная прочность. Ну и, друзья, вспомните, иногда нам предлагают абсолютно жиденькие, тоненькие покрывала одеяла, которые ни о чем совершенно. Посмотрите, здесь производитель не пожалел. Наполнителей его много, оно теплое. Поверьте, я лежала под ним. Цена такая радующая, 999 рублей. Мы так много говорим о нежности, о мягкости. И это же понятно, потому что все-таки мы с вами говорим о ночном сне, о приятном времяпрепровождении и о здоровье, о заботе. Итак, помимо постельного белья, Оль, что нам нужно еще обновить? Нам обязательно нужно обновить подушки и одеяло. Согласна. Ты знаешь, я заботилась этой проблемой, когда столкнулась с тем, что у моего младшего сына начала развиваться аллергия. Мы стали бегать по врачам и начали выяснять, почему просыпается нос заложен, капаем капли, ходим по врачам, не могли выяснить. И что сказали? А нам сказали, а вы обратите внимание на то, ну, что кушаешь, что какие предпочитают продукты, а потом сказали, а какие у вас подушки, какие одеяла. И вот так и я и узнала, что, оказывается, имеет значение, на чем мы спим и чем укрываемся. Я хочу вам особое внимание обратить именно на то предложение, которое сейчас на экране. Ну, а как я хочу, друзья, я вижу цену, и меня сразу вот нетерпение охватывает, я понимаю, за вас просто переживаю, только успевай записывать лот. Оль, давай я так покажу сейчас, вот такой вот комплект, две подушки, размером 50 на 70, но у нас есть также и второй комплект. У нас есть еще традиционный размер 70 на 70. Я даю предпочтение именно таким большим подушкам. Удобным, комфортным и любимым с детства. Итак, вы забираете сразу две подушки. Это комплект. Ну что ж, а теперь давайте разбираться, почему даже аллергикам рекомендуют именно подушки с наполнителем из Эколайфа. Вспомните, вот если вы спите на подушках перьевых, если вы спите на подушках с натуральным наполнением, если у кого-то есть хотя бы малейший намек на аллергию, не рекомендую вам использовать. Вот, Эколайф, даже в названии вы слышите эко, то есть это здоровье. Мы сейчас показываем вам, насколько пружинистый этот наполнитель. Вы посмотрите, подушки в секунду восстанавливают свою форму. Их ничто не собьет с верного пути. Поторопитесь, сделайте себе приятное. Олечка, у тебя размер 70 на 70. Да, смотри, какая прелесть, абсолютно мягкая и в то же время упругая подушка. Ты знаешь, я вот не люблю подушки перьевые. За что? Во-первых, они постепенно по пушиночке вылезают. А еще когда колется перо в щеку ночью. Щекочет, да. А щекочет, это в лучшем случае. Когда кольца, я не люблю. Подушки выходят из строя, начинают терять перья и начинают терять пух. Вот что, друзья, конечно же, неприятно, но мы сейчас с вами даже не о неприятных ощущениях говорим, а о здоровье говорим. Итак, Оль, еще раз, почему перьевые подушки уступают место новым современным наполнителям? Уступают однозначно. Особенно, почему? Знаешь, это говорят аллергологи. Так. Они говорят, боже мой, до сих пор многие спят на перьевых подушках, а еще, если подушку не давать в химчистку в течение каждые полгода, то в ней накапливаются аллергены за счет жизнедеятельности пылевых клещей сапрофитов. Они сами по себе не страшны, но вот их продукт жизнедеятельности, ну вы сами понимаете, они находят, что поесть. Самое ужасное, что клеща вы не увидите. Даже без специального микроскопа. Понимаете, вы можете пересмотреть свою подушку и сказать, да нет, у меня вроде там никто не живет. Мы просто их не видим. Дело в том, что клещи, они настолько маленькие, что их можно увидеть только в микроскоп. Но они живут, они размножаются, они отравляют нам жизнь в прямом смысле. А у нас
нас есть решение. Это ваши подушки, подушки для вашего здоровья. Ну что ж, комфортный сон, он того стоит, согласитесь. Итак, давайте разбираться. Если не пух, против которого выступает все медицинское сообщество, вот он пух, я его откладываю подальше, то что же внутри? Эко-Лайф, вы посмотрите, это инновационный материал, который упругий, то есть он дает поддержку нам во время сна, и в нем никто не живет. Во-первых, мне сразу бросается в глаза серый цвет неприятный перьев и белоснежный цвет нашего современного наполнителя подушек «Нежная Гербера». Но если это не ваш формат, пожалуйста, заказывайте. У нас есть еще и стандартные наши советские любимые. Тоже две подушки. Узнавайте у операторов, там стоимость отличается минимально.